Всем привет, меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать на своем канале Мачо и Мучачо, наш семейный канал. Ну, как всегда, Мачо опять на работе, я сегодня хозяйка, я сегодня должна сделать ту работу, которую делает Ярик постоянно, когда он на работе, это делаю я, когда я дома, когда он дома, эту работу делает он, то есть у нас вот так вот как-то. Посмотрите, трава, видите, трава, все, капец траве. В этом году больше не будем сеять. Посеем вот клевер. Я думаю, вам вот тут видно. Вот, вот такой клевер будем сеять, потому что он, я уже вам рассказывала, он устойчив к мочевине. Мочевине, как правильно, не знаю. И решили, что все, баста карапузики. Какие-то заборы вот тут нагораживать мы не будем, потому что эти бусинки, он на стреме. Ой, поливалку брала, и она упала. Это ж дурачились, красотка. Красотка! Иди, моя девочка. Ну, я вам тоже с ней покажу собачек своих. И, ой, что ты хочешь? Что ты хочешь? Там, не машь меня, не машь меня. Нашла свою платьице, в котором я хожу дома сейчас. Такое платье я себе не могу позволить одеть, потому что оно... Ну, какое оно вы сейчас увидите, я сейчас вам покажу. Ну, а дальше вам приятного просмотра. Буду заниматься огородом. Как огородом? Поливка. Сегодня у меня поливка. Больше я вас, наверное, не увижу сегодня. Вам предлагаю посмотреть, как я и что занималась. Конечно же, здесь будет музычка, конечно, здесь будет где-то ускоринка. Поэтому, если вам надо хорошее настроение, если вы хотите получить этот позитив от меня, смотрите ролик до конца. Все, я вас целую, я вас обнимаю. Пока-пока. А вам приятного просмотра. А вот это тот, кто у нас курлыкал. Смотрите, видите? Это был, девочки, все-таки голубь. Хряпки. Пошло, пошло в колхозе утро. Пошли, пошли, пошли. Давайте. Любят они играться. Игряки, собаки, игряки. Вы мои игряки. Да, да, давайте, давайте вместе. Thank you.
Оранжерею мою искусственную, с которой я выхожу, вы видите, к вам на стримы. Сейчас здесь, сюда пересадили вот эти цветы. И пойдем поливать оранжерею.